Эта технология позволит вам избежать пробок на дорогах и построить оптимальный маршрут в незнакомом городе. Но действительно ли это предел ее возможностей? Оказывается, GPS применяется в весьма разных сферах. Система предупредит о землетрясении, поможет отыскать сокровища и предотвратить нежелательную встречу с акулой. Кстати, попробуйте сосчитать, сколько раз я произнес слово GPS в этом ролике. Номер один. Технология поможет предсказать землетрясение. Мощные GPS-приемники помогают ученым определить силу и масштабы землетрясения всего за 10 секунд. Их прогнозы настолько точны, что даже люди, находящиеся далеко от эпицентра, будут иметь достаточно времени, чтобы подготовиться к сильному землетрясению или эвакуироваться. Номер два. Помощь фермерам. Благодаря GPS-приемникам фермеры могут составить точный план своих земельных участков и вовремя направить технику в отдельные зоны для прополки или сбора урожая. Оборудование функционирует независимо от погодных условий, даже в туман или при плохой видимости, то есть в те моменты, когда работа людей затруднена. Однако, номер три. Без GPS машины бы потерялись. Как и людям, роботам в незнакомом месте требуется навигация. Они нуждаются в ней в большей степени ввиду отсутствия органов зрения. GPS позволяет машинам ориентироваться в пространстве. Без этой системы машины, задействованные в производстве, сельском хозяйстве и картографии, не смогут нормально функционировать. Кстати, о картах. Номер четыре. Систему используют для замеров. Определить границы между земельными участками, составить карту морского дна или отследить изменения рельефа бывает непросто. Но GPS — это поистине уникальная технология, позволяющая составлять достоверные карты, точно измерять объекты и отслеживать их изменения. Номер пять. Технология применяется в вулканологических исследованиях. Появившись на поверхности, магма изменяет ландшафт. В результате GPS-приемники поднимаются или опускаются. Эти изменения позволяют отслеживать потоки магмы. Еще одна опасность, связанная с вулканами — пепел. Он искажает сигнал GPS, поэтому, проанализировав данные, ученые могут определить количество пепла после каждого извержения. Пепел представляет угрозу для авиации, поэтому важно учитывать этот фактор при разработке авиационных маршрутов. Номер шесть. GPS поможет спасти исчезающие виды. Отслеживание миграции диких животных вносит огромный вклад в спасение исчезающих видов. GPS — идеальный инструмент, который позволяет получать данные о перемещении животных прямо со спутника. Ученым больше не нужно выслеживать их и проверять ярлыки. Сейчас GPS используется, чтобы наблюдать за миграцией китов, морских черепах, белоголовых орланов, слонов и многих других животных. Номер семь. Технология полезна для охоты за сокровищами. Геокэшинг стал популярен еще в начале 2000-х. Энтузиасты разработали цифровые карты, содержащие подсказки для поиска тайников с небольшими призами. GPS сделала возможным высокотехнологичную охоту за сокровищами. Без нее люди просто не догадались бы, где вести поиски. Номер восемь. Гарантия безопасности предметов искусства. Работы известных мастеров могут стоить миллионы долларов. Но их культурно-историческую значимость не измерить деньгами, конечно. Большинство шедевров застрахованы, но их кража — настоящее бедствие для музеев и частных коллекций. Маячок на полотне заставит вора дважды подумать, прежде чем совершить преступление. В случае кражи владелец сможет легко обнаружить пропажу, но есть и более креативное применение технологии. Номер девять. GPS позволит создать гигантские шедевры. Художник из Балтимора Майкл Уоллес использует родной город в качестве полотна. На своем велосипеде, оборудованном GPS-приемником, он перемещается замысловатыми маршрутами, создавая цифровые шедевры. Вас удивит, насколько детальные образы можно создать, просто проезжая по улицам и паркам на обычном велосипеде. Номер 10. GPS анализирует атмосферу. Маячки позволяют определить уровень водяного пара в атмосфере, который грозит сильными ливнями. Таким образом, ученые могут прогнозировать осадки и наводнения. В будущем технология, возможно, также позволит нам предсказывать цунами, ведь GPS-маячки чувствительны к изменениям, вызванным стихийным бедствием в электрически заряженной верхней атмосфере. Номер 11. GPS также позволит измерить уровень снега. Ученые могут определить содержание влаги в почве или количество снега на поверхности планеты, проанализировав сигнал, который отражается от нее и направлен к самому GPS-приемнику. Это особенно полезно в Арктике и Антарктике, где необходимо постоянное наблюдение за снежным покровом, но не всегда получается установить станцию. Контроль снегопадов также важен в регионе, где снег является основным источником воды. Номер 12. Технология делает прогноз погоды точнее. Для создания точного прогноза необходимы данные из атмосферы и с наземных метеорологических станций. Последние — большая редкость в некоторых регионах.
особенно в океане и на полюсах земного шара. И здесь как раз пригодилась GPS. Ведь это весьма действенная и при этом относительно недорогая технология. Номер 13. GPS не даст вашим любимцам потеряться. Просто прикрепите GPS-маячок к ошейнику вашей собаки или кошки, и вы сэкономите драгоценное время и нервы. Если питомец, заигравшись, далеко убежит, вы всегда сможете увидеть его местоположение на экране вашего смартфона. Просто установите карты и сможете полюбоваться шедеврами, которые создал ваш питомец. Номер 14. Следите за перемещением близких. Потеряв друга в толпе на концерте, фестивале или во время парада, вы не всегда можете его окликнуть. В сообщении порой тоже сложно описать, где находишься. Но вы сможете отыскать близких с помощью GPS. Эта технология также полезна людям, которым требуется уход, но которые хотят жить отдельно. Например, пожилым родственникам. Трекер может быть встроен в брелок, подвеску, часы и любой другой предмет. Некоторые гаджеты даже оборудованы тревожной кнопкой для запроса медицинской помощи. Номер 15. Это спасет вас от акул. Нападение акул на людей – нечастое явление, но все же лучше быть начеку. Одна американская организация чипировала около 50 акул на восточном побережье США. Если вы неравнодушны к акулам, то можете наблюдать за ними в режиме реального времени. А тех, кто не разделяет этого энтузиазма, система сможет спасти от внезапной встречи с хищниками на пляже. Спасатель получит сообщение об опасном сближении и предупредит людей о том, что пора выходить из воды. Эта технология также позволяет получать бесценную информацию об этих рыбах. Номер 16. Вы сможете следить за багажом. Когда-нибудь теряли свой багаж в путешествии? Со мной такое происходит постоянно. Есть отличная новость. GPS-трекер поможет отыскать ваш багаж где угодно. То же самое касается вашего ноутбука, если вы его потеряете или его украдут. Номер 17. Вы всегда будете знать, где ваш автомобиль. GPS позволяет отслеживать местоположение авто в режиме реального времени. Вы сможете увидеть, где оно находится, на экране телефона, планшета или компьютера, установив необходимую программу. В случае угона вы даже сможете дистанционно заглушить двигатель. Номер 18. В помощь охотникам и рыбакам. У любого заядлого рыбака есть любимые места, где гарантирован хороший клев. Если вы не хотите часами искать заветное место, ориентируясь по камням и деревьям, просто воспользуйтесь GPS. Вы легко сможете сохранить нужную точку на карте. То же самое касается и охоты. Номер 19. Польза для горных разработок. Отыскать полезные ископаемые в недрах земли весьма непросто. Точность GPS поможет оборудованию найти полезные ископаемые. GPS позволит бурить безопасно и эффективно управлять всем циклом работ. Номер 20. GPS может стать основой транспорта будущего. Судите сами. Беспилотные авто перемещаются благодаря GPS. Теперь представьте будущее, где автомобилям вообще не нужен водитель. Хотите прокатиться? Ждем ответов в комментариях. Также напишите, сколько раз я сказал слово GPS в этом видео. Если вам сегодня удалось узнать что-то новое, лайкните это видео и отправьте его друзьям. А вот еще несколько интересных роликов. Да, вот эти. Просто нажмите слева или справа. Присоединяйтесь к Admi.